Жулик что-то тут ходит рядом с нами. Что-то хочет. Че ты там улегся? Спрятался. Смотрите, как наш Жулик на подушечку улегся. Жулик, тебе удобно? Да? Кивни. Или моргни. Не хочет. В общем, он в этом, в экстазе. Булочка с чесноком. Дал понюхать, хоть отвлекся. Сашка, ты не боишься пылесоса? Ты не боишься? Да, у нас боится Жулик. Хорошая кусачечка. Хорошая. Ну что, котики, жара наступила, да? Или пока еще не очень? У нас такая жара сейчас будет в комнате. Посмотри, кусачка какая классная. Тёмочка. Смотри, как она загорает на солнышке, да? Жулик тут тоже у нас опочивает. Жулик, вы спите? Сэр, Жулик, сэр. Вы спите? Не? Погладь лучше Жулика. Да, отдыхают наши котики, наша сладкая парочка. Наша сладкая парочка. Больше в нашей комнате котиков нету. Большая редкость всегда у нас. Ну ладно тебе, ладно. Ну не надо кричать на котик. Они не испугливы, конечно, но все равно уши закладывает. Открыла я окно проветриться. Мы его не открываем, потому что у нас дети лазят по подоконникам. Поэтому нельзя. Пятый этаж очень высоко и опасно. Ну а так, пока я здесь. Да? Да? Пускай котики наши подышат свежим воздухом. Они это любят. Ну, вот так вот. Вот, все, им сразу интересно. Тёма! Тёма! Хвост пушистый, да. Скажи, вот игрушка хорошая. Да, да, Тёма. Ну, бесполезно говорить, не кричи. Но все равно кричат. Котики наши, вы видите, особо внимания не обращают. Играется с хвостом. Тёма? Отпусти хвостик. Отпусти хвостик. Можно только погладить и все. Давай-ка. Осторожно с котиками. Ласково надо, ласково. Тёма. Очка, хочешь с палочкой поиграть? Хочешь, 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 хочешь? Хочешь, хочешь. Хочешь с палочкой поиграть, Ксака? Ты такая красивая. Ты такая классная. Ты такая крутая кошка. Ау! 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 Смотри, Артур подошел, смотрит. Вот, поводи палочкой. Поиграй с Ксачкой. Давай. Тёмочка пришел смотреть. Ну-ка, давай, поводи. Лапкой ловит палочку. По столу в воде она будет лапкой ловить. Не хочет. Тёмочка, ну подожди. Подожди своей очереди. Давай я попробую. Давай мама попробует. Кусачка. Мама! Но она не сильно игривая. Это надо еще ее настроить. Вау! Что она сделала, Тёма? Она тебе лапку положила тебе. На ручку, на лапку хотела сказать. Ну что ты ее колешь этой штучкой? Не надо. Надо правильно играть с котиками. Все, она не хочет. Я не хочу. Точно не хочешь, кусачка? Тут тебе иногда не понять. Ты у нас такая смешная. Такая непредсказуемая. На, ладно, держи. Держи. Она далеко. Все, далеко ушла. Наверное, не хочет играть, да? Ну, пусть посидит, пусть. Кто к тебе пробирается? Ксака. Она не игривая, не хочет играть. Ладно, мы ее подловим, когда она будет игривая, игривая. Хотя, когда она игривая, ее вообще не словишь.
Даже с палочкой не хочет играть. Ага. Скажи, мы вас не боимся, детки, да?